Качество и надежность – главные критерии, которыми руководствуется компания «Караганды-Жарык». Советник генерального директора Виктор Слепухов отчитался о проделанной работе по регулированию услуг за 2016 год. Стоит отметить, что такие отчетные встречи энергетики проводят ежегодно. Компания «Караганды-Жарык» уже 14 лет работает в сфере оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии и осуществляет оперативный эксплуатационный ремонт по обслуживанию оборудования в городе. Сегодня в Караганде был представлен отчет перед потребителями за 2016 год. Общей оценкой мы считаем, что «Караганды-Жарык» отработал благополучно. Мы прошли отопительный сезон без каких-либо таких эксцессов, которые у нас нет ни одной аварии в сетях. Отказы есть в оборудовании, но они всегда будут, потому что надежность работы сетей идет по категорийности. И вот которая третья категория, она допускает сразу по проекту, по эксплуатации этой сети кратковременное погашение. Поэтому мы хорошо прошли зимний отопительный сезон, довольны работой своей. Ну и стараемся теперь уже готовиться. Есть планы, утвержденные уже Госэнергонадзором и департаментом. Услугами компании в настоящее время пользуется все население Караганды и сотни предприятий города. Надежность бесперебойной передачи электроэнергии осуществляется благодаря 1500 сотрудников. «Караганды-Жарык» обслуживает 15 сетевых районов. Одним из показательных достижений компании является внедрение в этом году автоматизированных систем коммерческого учета электрической мощности и энергии. Самая большая работа, которая будет, это строительство новой подстанции 110 на 10 киловольт «Тихоновка». Потому что там нет ни надежности, ни свободной мощности, чтобы потребители, малый и средний бизнес включать. Поэтому это основная задача, она уже начата, эти работы. Мы будем строить подстанцию, которую заложили еще в схеме развития электрических сетей города Караганды. Это было сделано там 6-7 лет назад. Сейчас используем свою возможность дальше развивать электрическую сеть. Энергетики ставят конкретные и выполнимые задачи, в числе которых модернизация всех городских подстанций и, самое главное, качественное бесперебойное электроснабжение. Одним из приоритетных направлений в инвестиционной программе является продолжение реконструкции распределительной сети 0,4, 6 и 10 киловольт. Фариза Улбаева, Олжас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.